Приветствуем, дорогие друзья. Мы сегодня вновь в привычной компании с преподавателем старшим нашей кафедры теологии Рязанского госуниверситета Тополовой Натальей Александровной. На нашей душевной вечере приветствуем, Наталья Александровна. Здравствуйте. Вернемся к привычным для нас никогда не надоедающим темам, связанным с наследием святых отцов. Дух Святый делает их действительно такими всегда свежими. Спрашивают, почему елочками украшают на Рождество? Да в знак такой всегдашней зелени, свежести Дух сообщает Святой и Церкви, каждому человеку вот эту постоянную живость. И их наследие действительно как вечно зеленое дерево всегда воодушевляет, всегда обращение к нему взбадривает и возвращает здоровье душевное. Ну, сегодня у нас предложение с вами обратиться к святителю Василию Великому. Мы открывали уже его писание. Да, неоднократно. Ну, а теперь есть особый для этого повод. Дело в том, что иногда, начиная постигать мудрость христианскую, люди исполняются какой-то отчужденности, да, может быть, отчасти справедливой, к всему тому, что читали, слышали, учились ранее, в том числе и в области философии, литературы, каких-то гуманитарных наук, которые по-своему изъясняли жизнь человека, общества, смысл ее и оттеняли ее различные стороны жизни и добрые представляли с особой симпатией и желанием расположить к нему, а до зла отговаривали эти произведения науки. Но в результате сами не знаю, куда вели. Явно, что не ко Христу воскресшему, а все в области каких-то человеческих добродетелей, достоинств, иногда непонятных, ради чего достигаемых. Знаю, что среди преподаваемых вами в рамках дисциплины патристики есть и труд Василия Великого, который обращен к юношам. А юноши все-таки особый предмет внимания, но интересное у него название. Там в самом названии оправдывается некоторый интерес к произведениям языческих философов. Вообще к изучению и того самого наследия, которым иногда, особенно новообращенные, к вере, к Церкви Христовой сразу пренебрегают. А скажите, это произведение у Василия Великого появилось тоже как бы борьба, как борьба с неофитством, каким-то излишним таким категорическим отчуждением просвещенной христианской души ко всему языческому, в том числе, может быть, и достойному, и благородному, или были какие-то другие мотивы? Ну, во-первых, стоит, наверное, назвать целиком и полностью название беседы, которая 22-я беседа в одном из изданий, переведенных на русский язык, или просто называется «Послание к юношам о пользе греческих книг». Да, то есть вот такое замечательное название. Не языческих авторов, а именно греческих. Греческих книг подразумевается... Как а почему раз... иногда перевод такой, или это просто как-то пояснение переводчика издателя? Дело в том, что, да, что в греческом языке есть несколько терминов, ну, которые переводятся по-разному. Это эллинистические. И вот термин эллинистический, эллинисмос, он часто переводился до революции как языческий. В то время как не обязательно сам автор непременно имеет в виду именно это, о чем говорит нам более позднее филологическими исследованиями, потому что эта речь здесь не столько именно в трактовке, сколько просто в определенном исследовании. То есть мы смотрим регулярно, в каком значении употребляется то или иное слово в разнообразных памятниках. И таким образом уточняем его значение.
Так вот сейчас, в общем-то, считается, что под термином «еллинистический» именно в текстах Василия Великого именно этого периода подразумевается именно владение греческим языком. То есть это греческий язык, чистый греческий язык. Поэтому и более поздние переводы, вот, например, ваш перевод «Революционный» о пользе языческих книг, вот я пользуюсь переводом Ольги Алиевой, который вышел в 18-19 году, то есть совершенно новый, она уже называет его «О пользе греческих книг», потому что это точнее с точки зрения вот, ну, перевода. Хотя по содержанию для нас то название очевидней. Да, с одной стороны, да, но она указывает на другую полемику. То есть, если мы говорим, что он пишет о пользе языческих книг, то само название как бы задает нам определенный полемический контекст, что есть какие-то язычники, языческие книги, и вот Василий, он вступает с ними в те или иные отношения. Он говорит, что это там или польза, или не польза. Вот. Но дело в том, что совсем немного действительно о другой полемике идет речь, как вы правильно сказали. Именно, конечно, никто не обсуждает, пользовали ли вред языческих идей для молодого христианина. Само себе ясно, что никакая языческая идея молодому христианину не может быть интересна. Но вот именно для святителя Василия, а там такие люди, как Аристотель, да, и вот греческие авторы, это научные авторы, научные тексты. Это просто базовый уровень ученого человека того времени. И поэтому он и хочет обсудить, как бы мы сейчас сказали, что вы сейчас думаете о ядерной физике, там, что вы думаете о теории там, струн. Ну, вот, да, то есть о чем-то таком. То есть обсуждается именно скорее метод размышления, метод, научный метод античный и так далее. Вот что обсуждается. Либо общей культурой можно назвать. И общая культура, соответственно, это и есть ведь метафизика, если можно так назвать, это общая теория реальности. То есть вообще как все устроено, и она, естественно, научная, рационалистическая. И когда Василий Великий, например, в «Шестодневе» критикует другие нехристианские, да, идеи по поводу, например, происхождения мира, его устройства, он критикует их, именно называя их неразумными. То есть он говорит, они неразумные, то есть они ненаучные, они построены на суевериях, они не соответствуют здравому смыслу. Другая и так далее. Крайность. Да, ну то есть я хочу подчеркнуть здесь, что на самом деле, конечно, наверное, точнее в данном смысле было бы назвать именно о пользе греческих книг, потому что подразумевается определенная культурная, научная такая традиция, которая, собственно, хочет правильно святитель Василий подвести вот этих юношей замечательных. Я, наверное, был этим же духом воодушевлен, когда сегодня впервые оказавшись в аудитории семинаристов, которым должен был сообщать нечто новое по нравственному богословию, первым делом поинтересовался, изучали ли они в контексте своего учебного плана светскую этику, знакомились ли с мировыми концепциями прежде христианства и постхристианства, существующими. И когда оказалось, что они как раз занимались именно самой православной, мне показалось, что как раз не лишним было бы познакомить их с этими этическими системами, которые существовали, и в отношении которых уже определенное свое высшее и несравненное, прекрасное, но, тем не менее, не вне контекста прежде существующих подходов к разгадке вот этого морального, науки о морали или нравственного чувства. Существовали разные схемы или попытки человечества как-то безблагодатно, но при усилиях теми мозгами, теми способностями, которыми Бог почтил человеческое естество, что-то освоить из этого окружающего. Вот это, наверное, все-таки немаловажная глубина, может быть, для нас усвоения нашего родного и богооткровенного на фоне и в связи с тем, что явилось достижением человечества вне благодатного. Ну, это во-первых. Во-вторых, мы видим, что название говорит нам к юношам. А вообще, это письмо именно было написано, это послание. То есть, если лучше перевести, то это именно послание, которое написал вполне конкретным людям. Он говорит об этом в самом начале. Предположительно, его племянникам. А, собственно, подробностей о семье святителя Василия мы знаем не очень много. И именно из-за того, что он уже, очевидно, о чем опять же говорит нам начало текста, уже довольно взрослый, пишет к своим племянникам. Может быть, поэтому он так дерзновенно заявляет, что я не только имею право вам кое-что сказать от своего опыта, но знаю, что вы меня желаете слышать, желаете видеть.
после родителей ваших, но могу предположить, что, может быть, даже и более, чем родителей. Я так поневоле, не зная того, что это обращено именно к племянникам, подумал несколько дерзновенно, не столько в отношении к юношам, они, можно сказать, да, конечно, нас предки уже достали. Да. А вот в отношении самих родителей, я не думаю, что допустил бы Василий Великий эту некоторую нетактичность, будь эти самые родители этих племянников его родными людьми. Так. Да, конечно. То есть это, опять же, видите, дореволюционный текст говорит «Беседа 22». Да, там беседа о пользе языческих книг. Святитель Василий и мы представляем себе именно какую-то беседу в храме, может быть, при каком-то скоплении людей. А если мы понимаем, что это именно послание, то есть текст, личный текст, адресованный конкретным людям, беседа, рассказанная, обращенная именно к людям его, к его, опять же, круга. Святитель Василий происходил очень, вообще-то, знатной семьи. И как в свое время вот Олимпиаде тоже, мы помним. Вот. Также он обращает свое слово к этим племянникам. Причем он говорит о том, там косвенные некоторые вещи в тексте позволяют нам предположить, что им в это время было где-то 15-16 лет. А из чего это выходит? Из того, из тех имен авторитетов, которые они уже должны знать? Ну, во-первых, они знают, кто такие софисты, что они прошли Гесиода, что у них возраст Геракла там в определенный момент его жизни. То есть вот эти моменты, они позволяют нам предположить, что это 15-16 лет. И в это время чаще всего, ну, конечно, не в каждом случае, юноши после таких базового образования были преподаваемыми для обучения риторике. И сам святитель Василий, он в каппадокийской школе в одной преподавал риторику в 50-е годы. Поэтому здесь как бы тоже есть такая определенная логика. И стартовая их добродетель, которую он их призывает, и за которую он надеется быть услышанным, это как раз одним из этих учителей установлены меры, что хорош не только тот, кто сам для себя устанавливает какие-то добрые определения и осваивает их, но умеет пользоваться рекомендациями тех наставников, которые ему их преподают. То есть вроде бы как личная опытность противопоставляется доверию опыта других. Ну, да, это существенный момент, но, опять же, очень интересно, что здесь все окрашено еще вот этим личным отношением святителя Василия к адресату. Что здесь еще интересно? Очень долгое время считалось, что это послание было написано в связи с эдиктом Юлиана Отступника 362 года, в котором он запрещал христианам преподавать в школах. Это очень как бы, ну, и вообще как бы изгонял как бы в каком-то плане, да, вот христиан из школ, типа того, что вы же не уважаете наших авторов, называете их языческими и так далее, поэтому нечего вам делать в классической греческой школе. Этот эдикт 362 года, и, соответственно, очень долго как бы вот ряд авторов, они предполагали написание этого послания вот в связи с этим эдиктом, что, однако, текстом, надо сказать, не очень подтверждается, потому что вот этой, собственно, полемики в тексте нет, что, да, вот нас выгнали из школы, то что если бы текст именно на это реагировал, на этот эдикт, то очевидно, что он бы более был такой полемический. Нет, наоборот, он говорит о том, что как раз те школы и неплохи, скорее всего, но только не надо во всем слушаться того, что там может быть преподано. Да, поэтому здесь другая реальность, не то, что христиан изгоняют из школ. Поэтому предполагается, что этот текст написан в 70-е годы, это последние, в общем-то, там, годы жизни, десятилетия святителя Василия, то есть он действительно уже взрослый, умудренный старец, пишет к своим 15-16-летним племянникам о том, каким образом им настроить себя вот в этой реальности риторического образования, предположительно, да? Потому что сейчас они должны будут не только и не столько даже воспринимать, да, но, может быть, и самим писать какие-то тексты, там, может быть, их произносить. И здесь уже нужно действительно определиться, да, как это делать, на кого опираться, на кого оглядываться. То есть вот такой переход как бы во взрослую, самостоятельную в каком-то плане вот позицию мировоззренческую. Идеально актуально, потому что сейчас ведь мы тоже живем практически в языческом мире. Нельзя сказать, что наше общество, которое то и дело декларирует свою внеидеологичность, свою внерелигиозность, свою
ну, не совсем уж в западном, извращенном смысле толерантность, но, тем не менее, это вновь и вновь слышно на всех уровнях о том, что у нас не религиозное образование, не, нет религиозных ориентиров ни для культуры, ни для образования, хоть это и печально, и трагично, но это реальность, вполне, кажется, родственная той, которая побудила Василия Великого обратиться к своим юношам, воспитанникам, ученикам с этим призывом или уроком, как выживать среди этого языческого образования, не пытаясь от него, в общем-то, уйти в темный лес. С другой стороны, интересно, что перед нами вроде бы конец IV века, да, Каппадокия. То есть можно предположить, а вот сколько там было реально язычников, сколько там было христиан? То есть насколько мало было христиан? Да? 10 христиан, 20 тысяч миллионов язычников. Как это было? Надо сказать, что к IV веку Каппадокия была одна из самых христианизированных вообще областей Римской империи. То есть христиан там было очень много. И языческому культу практически уже никто в нем не участвовал. Даже сам Юлиан часто говорит, что вот, никто не хочет участвовать в жертвоприношениях, а те, кто и хотят, не знают, как это делать. Угу. То есть именно языческая религиозность, она в тот момент была уже неактуальной проблемой. И мы видим это в тексте. Но у нас сейчас она актуальней. Хотя у нас не приносит жертвоприношений, да. Тоже забыли, как это делать. Да. Но сам образ жизни, который решительно не хочет быть христианским, в общем масштабе. Ну, и суть в том, что, например, тоже очень интересно, в одном месте один святитель пишет, что ожидал увидеть кого-то в храме за новогодним богослужением, но не увидел, потому что вот человек ушел в Новый год праздновать со всеми, с другим. Да? То есть вот остался в той культуре. То есть на самом деле Каппадокия была в то время действительно уже сильно не языческой, в какой-то мере уже вполне такой достаточно сильно христианской, поэтому действительно здесь речь идет скорее именно о том, как относиться вот к этому наследию, к этой культуре, где уже вот этот языческий, собственно, религиозный элемент, он в общем-то, отжил, он уже не актуален в любом случае. Но есть такие люди, там, как, опять же, Аристотель, есть там классики риторики Цицерон и прочие-прочие авторы, да, которые создали именно научные такие вот научные какие-то основания для античной культуры, и речь о том, как ими воспользоваться. Потому что, опять же, мы видим в тексте святителя Василия, среди христиан бытовали разные мнения. Кто-то считал, что нужно полностью отвергаться от них, кто-то считал, что нужно вообще полностью ими, наоборот, все это вот как-то смешивать. И он выступает, собственно, против той и другой позиции. Что здесь еще интересно? Во-первых, интересно то, что святитель Василий в других текстах часто называет учение, вот, ученость вообще или юродивой, или называет ее излишне суетной, etc. И предлагает отторгнуться от нее. И многие авторы говорят о том, что как же так? Вот в этом он тексте предлагает изучать и говорит, как? В других текстах говорит, что надо отвергнуться. Здесь очень важно понимать, как мы это все время с вами об этом и говорим, что когда мы смотрим на текст и читаем его, мы должны понимать, кому этот текст обращен и о чем он. Вот те тексты, в которых святитель предлагает отвергаться от суетной учености, они носят аскетический характер, направленный по преимуществу к монашеским общинам, где он говорит, отвергнитесь от дома, от семьи, от того, от того, от того, и от суетного учения, то есть как бы пройти процесс очищения перед тем, как начать свое восхождение по ступеням аскетического делания. То есть это период очищения, где действительно это знание уже кажется суетным, юродивым. Но в тексте, который он обращает к своим племянникам, которые не факт, что пойдут в монастырь, да, они продолжат свою жизнь в миру, они христиане, но при этом, да, и он их как бы готовит к жизни христианина в миру. И он обращает к ним это послание, поэтому здесь тоже нет какого-то конфликта. Да, хотя нет, конечно, и потворства каким-то иным ценностям, кроме христианских. Поэтому во главу угла он все равно поставляет как краеугольный камень, как основу всякого будущего суждения или критерия по достоинству тех или иных ценностей, о которых будет учить не бесполезно в чем-то вот эта языческая мудрость, это базовая сверхценность, это Царство Небесное. Он в первом абзаце говорит, мы самое главное, что нужно учесть, и оговаривает это очень конкретно, мы полагаем, дети, обращается к ним, что настоящая жизнь человеческая вовсе ничего не значит.
давайте к ней обратимся, но помня о том, что она вовсе ничего не значит, совершенно не почитаем и не называем благом того, что доставляет нам совершенство в этой только жизни. И дальше перечисление. Ни знаменитости, ни предки, ни крепость, ни красота, ни искусство. Все то, что не берется с собой туда, не является ценностью вообще. Очень хорошее основание. Отрезвляющее. Да. Начнем с главного, что называется. Все ничто, кроме того, что касается будущей жизни, к которой и надо готовиться. И тут же извиняется. Ну, простите, может быть, я не совсем по вашему возрасту предоставил вам первое и главное основание. Ну, видимо, другого не заложить ни в юности, ни в зрелости, ни в старости. Как три всадника скачут по направлению к пещере Рождества Христова, на иконе Рождества юноша среднего возраста и старец. В знамени того, что это равно достопоклоняемая истина для всех возрастов, и нету различия в необходимости поклонения ей со стороны любого возраста. Ну и здесь хоть он и вроде извиняется о том, что более зрелому возрасту прилично это истина для постоянного и, может быть, глубочайшего усвоения. Но и вы не можете положить никакого другого начала и в юности, в том числе, как внимание совершенной незначимости всего того, что не переходит с человеком в ту вечную жизнь. Но по необходимости ему приходится дальше несколько сказать об этой жизни, о которой так мало, кажется, осязаемого мы имеем в наше время. А какова же она, это та жизнь? Прежде чем он нам сказал-то необходимости обернуться к тому, что представляет эта жизнь и эта мудрость, он сначала говорит о том, что это все ничто по сравнению с той, а что из себя представляет та, до которой нам крайне далеко, как кажется, но при этом она близко, и при этом непонятно, что она из себя представляет. И здесь ему приходится уже для ума, неспособного объять необъятное, дать несколько определений, касающихся этой вечной жизни. Было ли в это время это принято, или надо было для христиан описывать благо вечной жизни, для того, чтобы они отчуждались, отгребались от тех современных, окружающих по-прежнему все-таки призывов временной жизни? Ну, это всегда актуально, как на вашей картине, как на иконе Рождества. Вообще для раннего христианства характерно постоянное обращение к теме будущей жизни. Собственно, это главная тема и проповеди Христа, и главная тема вообще всей раннехристианской литературы. Но, очевидно, здесь это во многом и очень важный такой как бы риторический прием, да, который позволяет правильно поставить вот эту точку отсчета. Ну, нам всем интересно, как же описывает святитель эту будущую жизнь. Но тут вас опять ждет риторический прием, в котором святитель действует, если вы знаете такое богословское слово, апофатически. То есть говорит не о том, каково там, но о том, что все, что здесь, не стоит никаким образом того, что там, даже в самой малой степени. И насколько душа досточестнее тело, настолько будущая жизнь бесконечно важнее. Что же это за жизнь? Где и как будем проводить ее? И говорить о сём потребовалось бы долее, чем сообразно с настоящим намерением. И слушать это должны были бы люди более вас возрастные. Впрочем, может быть, достаточно покажу вам это, сказав, что если кто обымет словом и совокупит воедино все счастье людей со времени их существования, тот найдет, что это не равняется и малейшей части благ той жизни, а напротив того. Все здешние блага гораздо больше отстоят достоинством от малейшего из тех благ, чем тень и сновидение скуднее действительности. Лучше же сказать, употреблю пример более близкий, сколько душа во всем досточестнее тела, столько же и разности между тою и другою жизнью. Ну, основание положено. Наталья Александровна, я надеюсь, мы с вами продолжим еще об этом замечательном произведении великого Василия размышлять и представлять нашим
боголюбивым слушателям. Ну, а пока время пожелать друг другу всего самого наилучшего и поблагодарить за внимание. Храни вас Господь, друзья. До свидания. Будьте здравы.